Ребят, всем привет! Сегодня будут мотобудни вот с этим плюшевым зверем, с котом Масей. Сейчас проедемся по городу и посмотрим, как он реагирует. Адекватно, либо нет. Поэтому погнали. Моцик уже готов. Вот Мацага стоит. Я еще ее не заводил. Масика уже прикрепили. Ну что, погнали потихоньку. Вот на GoPro будет писаться видос. Так. Давайте сядем, наверное. Ё-моё, вообще неудобно. Вы что, угораете? Я так не смогу ехать. Наверное. Нет, тяжело. Упирается в бак, короче, переноска. И она будет тереться, ребят. Тереться будет. Не, это жестко. Если бы она чуть-чуть повыше как-то была. Сейчас посмотрим. Давайте. Это жестко. Муха. Так, выезжаем. Тяжело, непривычно. Я бы вам так сказал. Что там Масик делает, я не вижу. Он нормально реагирует. Посмотрим, как он среагирует на завод мотоцикла. Смотрим реакцию. Ну, в принципе, нормально. Люди не в шоке, то что мы с Масей сейчас поедем. 24 градуса включил на приборке. Прогреем где-то до 40 и поедем. Что-то с фото вернулось. Пока что Мася нормально реагирует. У него только большие глаза, но все адекватно. Просто проедемся чуть-чуть кружок по городу и посмотрим. Он сел, вы видите? И посмотрим на его реакцию. Так, снял визор, чтобы лучше, ну, не потело, потому что быстро не будем ехать, чтобы не потел визор. Вот Масик, смотрим, как он там себя ведет. Я не вижу, потому что мне до него очень тяжело досмотреться. Все, сейчас прокатимся, посмотрим. Мацага стоит, давайте фотку. Вот так вот. Фоточка с Масиком. Вообще неудобно. Вообще, ребят, неудобно. Жестко. Я даже на передачу не могу смотреть. Ладно, прокатимся чуть-чуть. Сильно не будем наваливать. Да, сильно наваливать мы не будем, потому что Масей, как вы увидите в дальнейшем, то ли у него перегрев от жары, потому что на улице 30 градусов в тени, то ли он боится. Скорее всего, это страх, ну, потому что я уже у него такое видел, когда его стригли, когда ему шерсть состригали, он также язык высовывал. Также, когда его вытаскиваешь на улицу, когда он не хочет этого, у него такой же страх, и он высовывает язык. Поэтому это паника. В любом случае, пока что она еще не началась. Как видите, он держится бодрячком, молодец, очень спокойно, ровно, тихо, ну просто красавчик, реально, ребят, просто красавчик. Мужик в афиге, он видел, когда мы ехали, и заценил кота. Мася бодро будет держаться еще долго довольно-таки. Вы сами все увидите в дальнейшем, как он будет выкидывать язык и дышать. С одной стороны, как говорю, может показаться, что это перегрев, но на самом деле это будет страх. Ну, мои предположения. Напишите свои предположения, может у вас другие мысли насчет этого. Просто мне есть чем сравнивать. Я уже такое видел у него, когда мы его стригли, он также высовывал язык. Знаешь, так он вообще не боится, реально. Ну, ему не страшно на самом деле. Ну, видно, что он еще терпит более-менее нормуль. Сейчас чуток кружка дадим и вернемся домой обратно. Также, ребята, просьба огромная, написать в комментариях, от этого будет зависеть дальнейшие видосы. Делать мотобудни с котом, с Масей, либо не стоит.
Ну, то есть можно с ним поехать в дальнее путешествие. То есть мы живем в Симферополе, мама, кот, я. Но я могу взять кота, допустим, часто езжу в Ялту, в Севастополь тренируюсь на спортивных площадках. В Ялте, ну, мне нравится плавать, пляжи. Часто мотаюсь на мотоцикле. Посмотрите, как Мася держится. Он держится под рычком, поэтому обязательно напишите в комментариях, ребят, дальше делать мотобудни с котом или не стоит. Ну что там? Бля, я не вижу передачи вообще. Денчик пошел на работу. Успел зацепить вон высокий чел. Так, Мась, ну что ты, как там? Мы, короче, стоим на пешеходке. Денчик успел заценить Масю. Мася нормально реагирует под речком, если честно. Мне немного очково и неудобно. Эта херня прям на шлем падает. Я не могу лечь, я даже не вижу скорости, с какими скоростями я переключаюсь. Как-то так. Мась, что ты там? Норм? Так, мы стоим на перекрестке. Сейчас приближу. Ждем светофора. Дадим петлю и до хаты. Если честно, неудобно. Вообще жестко. Мазь мешает. Если бы эта переноска повыше висела, было бы нормально. Но так как она очень низко висит и упирается в бак, вообще неудобно. Даже вот так стоять неудобно. Она, короче, трется в бак. Я уже молчу про то, чтобы лечь. Блин, этот светофор какой-то нереально длинный. Как вы, ребят, уже увидели, только на светофоре Мася начал учащенно дышать и высовывать язык. То есть у него началась паника. Ну, либо это перегрев от жары. Напишите тоже в комментариях ваше мнение. Перегрев это, либо паника. Я считаю паником. Поэтому нужно подумать, стоит снимать дальше видео с Масей или нет. Начал дышать сильно, учащенно. Все, пора ехать домой. Он либо перегревается от солнца, либо у него страх. И он начинает дышать очень быстро, учащенно. Также, ребят, это может быть не конкретно от жары, а от духоты. То есть, смотрите, он сидит в переноске, видите? И может быть душно. Это как в машину сесть без кондера. То есть воздух вас не будет спасать, потому что воздух 30 градусов, минимум 30 градусов. Даже жарче, потому что на солнце берите там 35 и выше. Поэтому может быть это из-за духоты, ему душно и он высовывает язык как собаки. Такое тоже возможно. В любом случае, я же говорю, напишите обязательно комментарий, из-за чего паника это, духота, жара. И также напишите, снимать в дальнейшем мотобудни с котом, с Масей, поехать на дальняк. Возможно, можно подождать, пока температура на улице воздуха упадет поменьше, скажем так, 25 градусов, да, в те дни, и потом с ним снимать мотобудни. То есть напишите, мне нужно знать, контент такой заходит вам или нет, или не будем мучить Масика, либо он не мучается. Напиши в комментариях. Мы уже подъехали к дому. Сейчас распакую Масика, но перед этим сделаем пару видосов на память и фоток. Да, чувствуется, как Мася перегрелся. А нет, он даже языком не... О, шевелит. А, ребята. Ну да, я согласен, для кота это определенный стресс. Так, ну-ка, сейчас снимем камеру. Хоп-хоп-хоп-хоп, покажу. Ну что, Мась, как тебе? Как тебе по котухе? В принципе, нормально. Не скажу, что плохо. Блин, снять, к сожалению, я не смогу, Мась, поэтому сейчас придется маму просить снять Масика. Я не знаю, как сделать фотку. Попросим снять его. И потом сделаем фотку. Туц, 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 туц. Мам!
Сделаешь фотографию нас с Масей? Поперли. Сейчас сделаем фоточку с Масиком. Напишите в комментариях, как вам этот видос с Масиком, потому что можно на дальняк поехать, но только нужно что-то придумать вместо этой сумки, потому что, честно, сумка вот здесь вот снизу бьется о бак, вообще неудобно. Поэтому надо что-то думать. Сейчас сделаем фотку для превьюшки. Ну? Меня видно? Да. По-разному с ними немножко. А, это видео, не нажимай ничего, я потом вырежу. Лево, право отойди. Поближе. Видно, Мася? Конечно. Вижу. Чтобы видно было и мотоцикл. Мася мордочку отвернул. Повернул? Нет. Сейчас. Как вы видите, Масик уже не хочет ни сниматься, ни фоткаться. Видно? Видно. Ну все, спасибо. Хотя, ребят, все, возможно, это перегрев. Посмотрите. На, Мась. Кс-кс-кс-кс. Мась, ну как тебе? Мася? Мася, жарко, походу. Мась, пошли домой. Ты идешь? Масяндра, домой. Домой, домой, домой. Пошли. Домой, Мась. Давай. Мась, давай точковай. Мась. Он бежит. До хатки, Масяна.